Держи, ну, помогай. У меня чемоданы там сзади. Дец. Пеленок мне помогают держать. Все, нас молодец. Ждет продолжение путешествия, дети. Пеленок мне помогает. Помогает. Подержать. Давайте пока гостинице скажем. И поедем. Спасибо, гостиница. Мы едем дальше. Дети, отсаживаемся. Ты можешь свой чемодан тоже сразу. На самолете очень страшно летать. Думаешь? Смотри, сколько камер. Он... Тает. Все, мы прошли все досмотры, теперь мы находимся в зале вылетов. Вон там видно аэродром, дети, и самолетики. Смотрите. Он гоночный, как тачка. Самолеты да. Быстрые. Да, мы на таком полетим, скорее всего. Когда мы прилетим, нам можно будет шорты одевать вместо куртки, представляешь? Сначала, Диана, покатаемся на автобусе. Хоп, и все. Хоп, и все. Хоп, и все, и самолет. Вон, смотри, какой большой самолет. Какой большой. Пойдем маму догонять скорее. Ну, смотри, какой самолет большой. Какой огромный самолет! Диана, да. Мы сейчас в самолет зайдем. Да. Доброе утро. Папа, смотри. Ага, сейчас давай сядь, ты мне все покажешь. Машинка тоже полетит с нами. Да опять? Мне не больно. Когда он летит, он складывает колесики. Правильно. Когда мы будем взлетать? Все уже, я думаю, через несколько секунд мы начнем взлетать. Диана, все, готовимся к взлету. Тебе не страшно? Да нет. Нет? Ну ладно, сейчас будет интересно. Все, сейчас будем быстро-быстро ехать, смотреть. Давай. Это расклон, да? Да. Все, сынок. Начинаем взлетать. Оп. Все, мы оторвались от земли. Ой, как страшно. Диан, ну как тебе ощущения? Классно? Страшно? Чего он так разворачивается? Разворачивается в небе, видишь? О, да. Высота, да вон какая высота. Чтобы очень-очень-очень-очень-очень высоко, чтобы... Сейчас мы увидим голубое небо. Смотри. Смотришь? Да. Диана, смотри, сейчас небо будет голубое. Что оно такое голубое, странное? Да, потому что там нет облаков. Вот видишь, как мы высоко поднялись. Да. Крылья даже сильные. Вообще. Красиво, сынок? Да, и почему он такой странный? Потому что самолет он быстро летает. Белые горы. Белые горы, ты видишь? А ты знаешь, из чего эти белые горы? Из чего? Это
Облака, дети. Папа! Это облака, сынок, сверху. Нет, вон далеко, далеко. Далеко, далеко, это все облака. Облака, облака. Что, как тебе обед в самолете? Вкусно. А это? А это рис вообще. Сейчас уже приземлимся через несколько минут. Видишь, как хорошо землю видно? А мы не туда к вам же улетим? А? Да. Ой, какая посадка. Вот волосы видно. Температура воздуха плюс 31 градус. Местное время 15:40. Здравствуй, лето. Такая гостиница, здравствуй, лето. Первым полетом тебе? Да. Да. Вот эти штуки лежат. Этот аэропорт поинтереснее же? Да. Да. Сейчас мы тут еще блудить будем здесь долго. Теперь нам предстоит, дети, добраться до отеля. Сейчас поедем в город сами, сначала на электричке, потом, наверное, на метро. Готовы к поездке? Ног, смотри, какое метро. Поехали, прокатимся. Давай. Что, дети, в таком не были поезде еще? Нет. Так. Пойдем в дом. Какой дом? Чух-чух-чух-чух-чух. Дети, сейчас выходим. Вот на таком поезде мы прокатились. Понравилось на таком поезде ездить? Да. Он быстрый сам. Быстрый и плавно едет очень. Дети, сейчас мы выйдем на улицу с вами. Да. И вот это мы с вами клад нашли, да? Да, погнали. Суперски. Да. И в лето приехали. Придется нам переночевать. Ну, конечно, придется. А утром куда? Погуляем и едем на самолете. Обратно? Да. Что, один день всего, что ли? Два раза. Давай подольше поночуем. Давай. Ну, все, договорились. Два? Пять раз будем ночевать. Пять, а может больше. Давай, посмотрим, как нам, понравится или нет. Что теплее? Да, вот. Жара! Жара? Да!
Здравствуй, лето! Да! Здравствуй! Ладно, пойдемте туда, дети. Что, турист, устал? Дети, ну вот наш отель. Комната слева, номер 211. Надя, на ключи. Сейчас мы с вами отдохнем, пойдем кушать. Проходите. Дети, похоже, эту карту надо ставить, чтобы зажегся свет. Вуаля! Вот это наш номер, дети. Располагаемся и отдыхаем. Точно! Холодильник нас ждет вода. Давай, ну выпьем сначала. Мы нашли воду. Сейчас пойдем кушать в кафе. А завтра мы с вами снимем, как мы гуляем по городу. Хорошо? Да. Может быть, съездим в какой-нибудь парк еще. Пока-пока, ребята. В до завтра. Раз подписывайтесь на канал MyKenTu. Также на канале MonkeyTu смотри мультфильмы, видео с детьми, презентации игрушек, видео про машины, самолеты, поезда, познавательное видео про животных, уроки рисования «Кубик расскажет».